Подготовка идет полным ходом, как стандартно. Нужно, наверное, отвечать. Ну и как есть, на самом деле. У нас достаточно времени, чтобы подготовиться, чтобы там уделить внимание всем там мелочам, потому что с них все складывается. Вот. Но уже подходим, уже до игры остаются там считанные дни, поэтому уже такой режим у нас и полегче тренировочный, и, ну, естественно, мы уже там видим результат этой подготовки. Вот. Поэтому подготовка идет хорошо, все по плану. Ну, мы играли с ними. Вот. Команда не молодая, команда опытная очень. Есть свой рисунок игры, есть какие-то моменты очень хорошо отработанные. Вот. Ну, мы готовимся к ним. Я думаю, что у нас все получится. Использовать их минусы, использовать свои плюсы. Я считаю, что у нас есть возможность и шанс, и нам это под силу. Вот. Мы играли с ними, пусть победы минимальные, но это были победы. И как бы никто не собирается что-то менять в статистике. Желание и настрой, как и в любой игре, это на первый план должно уходить. Потому что если настрой на выход, на победу, вот, и есть желание большое, тогда можно уже работать тактически и, ну, готовиться там физически. Но в любом случае, я считаю, что на первом месте это желание и настрой. То есть настрой на победу и настрой на восприятие информации. То есть как, что нужно сделать, чтобы их обыграть. Ну, наверное, ответственность больше. И поэтому эти игры, как правило, складываются там, или начинаются, или в целом проходят так, без особых рисков, без, там, без особой инициативы, там, каких-то таких действий. Вот. Они нужны, но их как-то более убирают, вот, чтобы, то есть, более надежно. Но эти моменты есть. Но зависит, как игра складывается и как там в течение игры приходит там уверенность, тогда может быть этот момент переломлен и как бы необходимо, особенно для линии атаки больше, вот, чтобы этот момент как-то переломить и действовать более там свободно, спокойно, но также ответственно. С ними беседуете или вообще смотрите на их, скажем так, отношения, там, да, на то, как они готовятся? Не нервничают они, не нервничают эти вещи? Ну, в силу молодости, конечно, никуда не денутся эти моменты. И есть такой момент, что им тоже нужно их все пережить. Вот. Естественно, подсказываем, где-то помогаем, чтобы там не было лишнего какого-то мандража, но стараемся, вот, как-то поддерживать. А так, ну, видно, что стараются, видно, что есть желание, а это главное. Волнение. Это, наверное, нормальная ситуация перед матчем. Наверное, когда его не будет, надо заканчивать. Ну, то есть перед каждым матчем есть какое-то волнение, это нормально. Главное, чтобы это не был мандраж какой-то. Вот волнение есть, потому что хочется выиграть, потому что не безразлично, хочется выйти. Ну, то есть это нормально. Нет, ну, в каких-то моментах определенно он адаптировался достаточно быстро, то есть в понимании, как мы реагируем на там, его требования, на какие-то ситуации. Плюс есть Андрей Владимирович, который уже работал и который, ну, где-то там, может там, подсказать или там, заранее сказать, что вот а здесь там по-другому, ну, то есть где есть разница. Вот. Ну, в целом, я считаю, что адаптировался, но, наверное, как и везде, нужно там больше времени, чтобы больше узнать, тонкости какие-то больше понимать. Да нет, она, кстати, хорошо на шутки реагирует, вот, и они периодически продолжаются. Ну, мне-то что, мне-то плюс, теперь я не самая старшая, поэтому я теперь и сама могу пошутить. Ну, а так, в целом, встретили, ну, то есть достаточно тепло и там весело, что с возвращением, вот, я считаю, что хорошо. Ну, в принципе, у нас
коллектив хороший, и там нет каких-то там злобных там моментов или там группировок, чего-то такого, как-то все общаются, все нормально все воспринимают. Это большой плюс.